Добрый вечер, здравствуйте! Сегодня в гостях у Павла Воли Татьяна Буланова, а также Оксана Домнина и Роман Костомаров. Не прошло и полгода, как ты вышел на лед. В больнице-то я вообще не помышлял об этом. Как я в первую очередь спросил, смогу ли я на мотоцикле ездить. На мотоцикле, с коляской. С коляской. Садитесь рядом, мы вас прокатим. Шоу «Воля». Новый выпуск. Сегодня в полночь. Щелкает, да? Да, щелкает. Можешь снять сережку, да, чтобы не было брака по звуку, да, чтобы телезрители потом все услышали. И можешь снять туфли, у нас сейчас брак по красоте. На ТНТ.